Хотя не знаю. Ну, короче, как Максим скажет, если он будет считать, что это как бы именно ремейк игры, ну, именно ремейк из той игры, неважно, насколько он сильный, то повесим, что это карточка будет, что это ремейк из той игры. Если хочет, захочет, что это как оригинальный, то значит будет просто вот Максима. С учетом, что он, наверное, и код не будет оттуда брать, да, тоже. Ну, то есть и атаки, только может некоторые. Ну, в общем. Но при этом это не мешает, все равно карточку повесить, что это из игры, если надо. Ну, типа, мол, вдохновился-то все равно той игрой, правильно? Ой, чё, прошёл, что ли? Фух. Ну, нормально, чё. Ну, как бы, ну, с нюансами, которые надо доделать, но в целом, чё.